У бывшего президента Украины Януковича как-то нашли золотой батон. Самый дикий подарок, который когда-либо дарили вам. 15 литров. Бутылка огромная. Метакс. И в этом было, не было бы ничего страшного, если бы мне не подарили это как бутылку коньяка. Такса — это не коньяк. Его даже рюмку выпить невозможно. Это такая дрянь. 15 литров. Что с ними делать? И что вы сделали? Вырыл на даче в земле дырку и при гиканье, улюлюканье и аплодисментах друзей всю ее вылил в землю. Потому что, я говорю, это не коньяк. Никогда эта дрянь не должна быть внутри нас. Оливковое дерево выросло оттуда? Нет, ничего не выросло, там ничего не растет.